поймет. Зашла, короче, думаю, сколько тут цена стоит 12-го Redmi. Там у него, короче, 13. Я такая думаю, что, блядь. И он, короче, хочет мне втюхать какой-то новый вышел, там 16 гигабайт оперативки только, и 128, и такой. Я открываю, чтобы вы понимали, телефон грузится, он не плавно, он лагает. Я думаю, ты что, блядь, меня за дуру считаешь? Я-то тоже в этом соображаю. Да похуй. Вот, он хочет мне втюхать, там, хороший-хороший. Во-первых, он... Это пародия просто Redmi. Вот это вот оригинальный Redmi 12. Там и дисплей охуенный, там, ну, реально все классно. Мне нравится, как он плавно работает. Я стою, вы за 14, такой не найдете. Я думаю, ну, это хуйня какая-то, походу, отброс, блядь. Я думаю, нет, спасибо, нахуй. Там, где тот отдала, там же и купила. Ну, я что, нормально привыкну? С какого района? С почтовой? Кинули жалобу. Блядь, я читать не умею. Мне не кинули это ТикТок, просто то, что табак вредит здоровье, что-то такое. Да я сейчас выйду уже. Пойду дальше телефон настраивать. Да и сына спать надо. Проснулся рано. Привет. Привет. Как у меня сейчас, блядь, еду, короче, ТикТок свой восстанавливаю. Сука, смс-ка не приходит. Как меня... Вот я испугалась, что пизда моему аккаунту. Ёб твою мать, я чуть ли со слезами не еду. Еду, говорю, господи, пожалуйста, хоть бы эта смс-ка пришла. Пожалуйста, говорю, блядь. Я аккаунта своего лишусь, это пиздец будет. Потом, хоп, через 10 минут приходит смс-ка. Ну, с кодом. Подтверждение, что, типа, это реально мой. Я очень испугалась. Поэтому я очень не люблю менять телефоны. Очень не люблю. Но мне пришлось. Я в жизни больше не возьму айфон. Если и буду айфон брать, то только, блядь, 38-й нахуй. А такой нахуй не хочу. Да неудобно с ними. Чтобы вы понимали, вот это, у айфона же есть вот эти вот короче, жесты у меня до сих пор остались. Тут-то кнопки снизу, а у меня все жесты. Думаю, что за хуйня, блядь? Только за кнопки. Я только поняла. Древняя. Да. Пипец лопата. Я не могу. Пол моего ебало. У тебя айфон? Нет, не айфон. Уже нет. Почему тогда меняла телефон? Ну, захотела, потому что айфон мне не нравится. Разонравился. Захотела? Зато новый. 5 лет гарантии на него. 128 гигабайт, блядь. 8 оперативки. Заебись. Мне это чисто для соцсетей нужно. Больше мне ничего не надо. Redmi 12 Note Pro. Хотели 11 втюхать. 11 тоже хороший. Но там 4 оперативки. Мне нужно 8, чтобы он мощный был. Сколько купила? Короче, 18. Он такой беленький, такой светленький. Я не могу прям. Дисплей надо немножко поменять. Там есть какая-то палитра. Я знаю, в настройках можно. Да я, ты знаешь, сколько андроиды в руки не брала? Я лет 5 точно, наверное. Какой цвет? Где Ярик? Ярик там мультики смотрит. Цвет у меня... Какой, блядь? Короче, такой голубенький, синенький. Синенький. Да хотели черный, говорю, нахер мне черный, говорю, дайте мне синий. Он мне синий дал, и все. Как дела, мать? О, Натаха, привет. Ну, нормально, телефон поменяла. Что за фиги куришь? Эссе. Ох, еба меня торкнуло что-то. Меня бесит, почему не так плавно? Я привыкла к айфону. Ну, и за камеры тоже держать, ну, его нахуй. Сейчас пойду себе бутылку накачаю, буду серьезно с женщиной ходить. Сразу заметно, да? Не знаю, мне нравится. Нот получается просто 16, а нот про... В чем разница? Как мне объяснили, говорю, в чем разница от нот и про? Типа, процессор быстрее. Короче, пиздато все. Где айфон? Продала я его. Все, давай.
Давай. Там такой кабель, пипец, тяжелый такой, ну, для зарядки. Трошки больше игровые идут. Ну да, мне... Нет, мне нужно, чтобы он не тупил, не лагал. Я объяснила то, что вам для чего. Я говорю, ну, в соцсети это понятно. И говорю, чтобы не лагал. Ну, при ТикТоке, чтобы не лагал там в этом роте. Он типа, ну, вот, вот этот хороший. Тут. Давайте. Коробка, коробка. Мне что нравится, это динамики верхние. Вообще классно. Еще симка. Симка вставляется снизу. Я первый раз вижу, чтобы снизу симка вставлялась. Сейчас iPhone стоит больше машины купить, не говори. Я такой же. Ну вот. Какой у тебя iPhone был 11? Зато с документами уже. Захочу продать его с документами. Дороже будет. Тонкий у тебя? Ну, я не знаю сейчас.